Всем привет! Мы сегодня покажем, как в посудомойке можно приготовить запеканку из овощей. Мы берем емкость 3,5 литра. В холодную емкость наливаем немножко масла. 1 столовой ложки хватит. Высыпаем сюда лук. Морковь. Примерно 1 небольшая луковица и 2-3 морковки. Ну, это зависит от того, сколько вы хотите сделать омлета. И пол паприки. Можно добавить разные овощи по вашему вкусу и желанию. Чуть-чуть посолим. Закрываем крышкой простой. Плиту включаем на 4-ю штуфу. Это 2/3 мощности любой плиты. Аудиотерм 1 раз на правую кнопочку нажимаем и выставляем программу «Морковь». Сигнал. Аудиотерм убираем. Плиту оставляем включенной и ждем, когда наша красная стрелочка дойдет до квадрата 98 градусов. Все, температура поднялась до 98 градусов. Открываем, перемешиваем. Выключаем плиту на ноль. И даем еще минуты 3-4 постоять. Прошло время. Открываем, еще раз перемешиваем. Распределяем равномерно. Выливаем яичное масло. Мы взяли 3 яйца, 2 столовых ложки молока и немножко соли. Можно добавить перец и другие специи. Убираем перевернутую крышку, сверху переворачиваем плиту и включаем на 6 минут на 1 полоску 1 раз. И на аудиотерме нажимаем 2 раза на правую кнопочку и убавляем левой кнопкой до 6 минут. Прошло время, выключаем аудиотерм. Плиту переключаем на 0. Смотрим. Запеканка уже готова, но мы хотим, чтобы она сверху подрумянилась и запеклась сыром. Посыпаем немножко сыром. Мы посыпали сыром. Снова переворачиваем плиту. Включаем на 2 полоски до упора. И выставляем время 4 минуты. Сигнал. Включаем плиту на 0. Аудиотерм выключаем. Смотрим, что у нас получилось. Вот такая запеканка из овощей у нас получилась.